Когда достроят оставшиеся дома? Это главный вопрос, который задают дольщики ЖК «Томилино». Вновь он прозвучал на встрече с представителями Министерства жилищной политики Московской области, администрации городского округа и компании-застройщика. Тему продолжит Григорий Ворванин. В прошлом году вручили ключи от квартир в домах 4, 5 и 6 ЖК «Томилино». Тогда жители соседних недостроенных домов воспряли духом, ведь их в скором времени также ждет новоселье. Но возникли юридические нюансы. Мы со своей стороны поддерживаем свое намерение завершить достройку домов 7, 8, 10. Ключи от квартир в корпусах 7, 8 и 10 ждут 368 дольщиков. Многие купили квартиры еще в 2018 году. Здесь люди сидят, кому 40, кому 30. Мне на данный момент 63 года. Я за это время, что я жду этого жилья, я потеряла пол здоровья своего. Строительство домов, готовность которых составляет 75%, возобновится после того, как будет проведена оценка стоимости оставшихся работ. Было дано поручение организации инвестору-застройщику, который завершал строительство трех домов 4, 5 и 6 секции в том году. Значит, пришли к тому, что необходимо сделать некую оценку стоимости завершения строительственных работ и оценку конструктивных особенностей объекта. На проведение оценки потребуется около 2 месяцев. Непосредственно достройка трех домов будет длиться примерно полгода. Еще месяц уйдет на получение разрешения на ввод домов в эксплуатацию. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.